Я завтра меня меняю. Я завтра еду, нахуй, беру УЕФА направление, я доку сказал. Ебал я такое лечение, нахуй. Еду до хирурга, объясняю все хирургу, беру у него, нахуй, направление и еду, нахуй, короче, с этим направлением, привожу его ЕФИ. И еду, ложусь я, нахуй, по месту жительства. Я, нахуй, видел. Ебал такое амбулаторное лечение. Я ж доку сказал, я говорю, а как такое может быть? Я говорю, человек лежит по месту жительства. Он мне говорит, да тебе не дадут. Я говорю, как мне не дадут? Я говорю, я завтра все выбью себе. И буду лежать нахуй там, по месту жительства. Зато я буду знать, меня никто не будет кантовать. Я ему проезжал, Витя, я с ним разговаривал. Они меня, и я говорят, по сочам уебите. Я говорю, да мне похуй, по сочам. Начал, так тебя с довольствия сымят. Как меня сымят с довольствия, если я официально бумаги у меня есть на руках? Пусть попробуют сымят. Я, блядь, возьму эти все бумаги и поеду, блядь, в прокуратуру. Пусть сымают. Да я завтра возьму, у меня, блядь, вчера давление упало, нахуй. Понял, у меня хуй вчера было. Я на улицу выходил. Ебать, я сегодня целый день с автоматом тасовался, я чувствую, оно режет, понял, внизу. Я ж доку начал объяснять, я говорю, блядь, ты понимаешь, что я двигаюсь, чем больше двигаюсь, оно начинает у меня резать, болеть. Ну, а мне меньше надо двигаться, блядь, сидеть, лежать, блядь. Вот. Им похуй, Егору ж не объяснишь, он тут начал на меня пи***а Сидор орать, я такой всякой, я кашу, блядь, понял. Я ж везде сказал, я завтра принципиально еду в больницу, беру справку, нахуй. И ложусь я по месту жительства. Мне Наташа поможет все сделать. Я нахуй видал такие, блядь, домики. Они мне нахуй не нужны.